Всем привет, ребята. FT5 Призрак будет играть с Питреном. Надеюсь, что коннект будет хороший. Вот. Это все-таки будет Джури Кэми на Гена Гукина. Ну вот, выбирают они такой второй вариант. Кэми на Гена. Но Кэми такая. Продивный такой довольно-таки персонаж, поэтому все скорее тут матча в пользу нее. То есть любит она попрыгать. 17. Почти 18 тысяч БП у призрака за Кэми. Вот. Посмотрим, что сможет предложить будет Питрен в этой игре. Хороший фокус атаков, блин. Подножку. Ой, после приземления, конечно. Непонятно почему. Ну. Тоже такой своеобразный миксап. Но что-то и линкует. Призрак, но не продолжает комбу, напряжечка хорошая, хорошо блочит тоже Питрен. Да, бэкдэш у Кэми, конечно, королевский, лучше в игре. Что такое, что за слоупок движение у нас, непонятно. Ну, коннект между игроками не знаю какой, но вот у меня с призраком не самый лучший, поэтому... Да, вот здесь хватит он за вышку. О, удивляйся, успел. Да, что-то прыгал призрак, но не добился желаемого результата. В итоге Петрен его выбросил. Хороший антиэйр. Но сейчас, скорее, он уже не с воздуха поймал, с какого-то удара или отсутствия блока. Что-то совсем плохой коннект, ребят. Нет, даже из зрительского режима выкидывает. Но я так понимаю, что Питрен выиграл. Хороший антиэйр на самом деле был от Кэми, подножечка всегда мне это радовало. В то же время и Питрен продемонстрировал неплохой антиэйр. Да, сейчас хватит за голову. ДП? Почему не ДП? А,
бросочек, что ли, рвал? Интересно, почему Питер не заблочил это? Может, просто стоя пытался что-то сделать? Да хорошо, на Багвеша призрак ловит. Ой, ДП, да. Сейчас опять будет зрительский режим приостановлен, нет? Ой, не отменяет Петрен ножку. Точнее, не дышится после нее. А вот так. Да, по голове получается. И тут победа за Кэмми, за призраком и 1-1. Ну и интересно, я думаю, нас ждет матч. Тут, возможно, куча контрпиков. И если призрак не будет уверен в своей Кэмми, то он может взять, конечно же, и Джури, и даже Рю, да, вот Петрен у него, Ген и Гокин. Да, продолжается в таком формате у нас матчи. Выбрасывает его призрак, счет 1-1, напомню. Так, и мы продолжаем. Там Чапу сложно что-то сказать мне, но сейчас посмотрим, наверное. Матч здесь, наверное, в сторону все-таки, не знаю, ну, я думаю, что все-таки Кэмми. Да, 6-4 по версии 40, по версии Эвен Хабса. Да, тут по всем тирлистам 4-6 проигрывает Ген. Поэтому заслуженно берет вторую игру, вторую победу у нас. Вот, ну, собственно, продолжаем. 2-1 в пользу призрака. Четвертый матч. Гокин. Все-таки Гокина берет Петрен. Я думал все-таки, что он в пятом матче случился. Ну, у Гокина тут совсем беда. Там, наверное, 3-7 даже, но Петрен Гокина умеет подержать расстояние и знает, что ему с ножом делать.
А, вот здесь почему не схватил? Не знаю, Гукин, ну, тут, мне кажется, сложновато. Но все равно выхватывает и тренд нас, и бросочки. Финиш. Да-да. Опа, хорошо, перебивает Питрейд. Воздушным Хадокином выброшку Кэми. Сейчас будет сетапчик. Да. Противная штука. Ой, подножка наказывается вплоть до ульты. Не было там. Не знаю, почему ребята не наказывают эти. Ну, у нас много людей, которые так. Это не наказывают. Это просто увидели эту штуку, что он приземлился с подножкой ульту, по сути. Там минус 10, наверное. А уж без блокстана и подавно. Так, и опять у меня почему-то все зависает. Гринго. Надо Гринго написать. Возможно, сегодня бы вечерком на Т5 с Брэндон Хитом было бы неплохо. Так. Перебуква ей не работает через раз. Шанкер от Петрена. Но все равно Питер выжимает. Да. Колит почему-то подножку, непонятно, почему Питрен. И опять это все скорее победа от Призрака, счет 4-0.
У нас пятый, возможно, последний матч. Все-таки Гена решил вернуть, да, вот внезапное такое решение, да, решил вернуть Геннадия Петрен. Ну тяжело Гукина, то есть можно, конечно, пэрить и берет вторую ульту призрак, не знаю, с чем это связано. Красапы, что ли, наказывает? Не понимаю, если честно, какой мув Гена именно нуждается для... То есть на что можно забейтить, да? Ну, мне кажется, что на реакцию Поку довольно тяжело. Ну, как среагировать, так и в принципе, вот, как бы, ну... То есть, ну, это хороший антиир. Лайфлит у Петрена, и вот главное его не потерять. Напоминаю, что вторая ульта, да, у Кэми, это... Долгий... Ой-ой-ой, сейчас это конец, нет, но рога не успевает ставиться. А, вот и они вошли, а это... 225 урона. Контр-хит рога. Это считает бросить. А фокус можно было и ДПшечку делать. Да, и молодец, как призрак ловит на вторую ульту, на свое перри, однофреймовое перри. Идеально ловит выпрыжки, любые выпрыжки, и много урона довольно-таки. Ой, ох, а куда ж ты полетел-то, и Петрен предпочитает почему-то не наказывать, да, и... Ну, в пользу призрака буквально получается. Ой-ой-ой-ой, а тут может быть и... Довольно опасный сетап. А ДП, вот ДП, не знаю почему, сделал бы сейчас ДП. Призрак и... Ой-ой-ой, рогами как хорошо, антиэрис, контрхит, это же просто круто. Ну, у меня опять все залагалось, все скорее тут Петрен выиграл. Да, Петрен выиграл. Так, тем временем у нас продолжается. А, Джури берет призрак, да, извиняюсь, ходил маленько. А, Джури, не знаю, он должен быть хорошо, знать должен абсолютно Петрен, что делать против Джури. Ну, не знаю, призрака очень хорошая Джури. Хорошо, айсик зэшный мульт. Но Ген добивает.
Ох как! В углу Джури сильна, конечно. Загоняет в угол просто и... Отравил майн. Ну, браскет на самом деле детский сад. Сейчас можно было колесо, конечно, писать. Но броски, дело в том, что они... Зависит от коннекта. То есть... Их течить очень сложно, если вот даже ты правильно стечил, да, у тебя не факт, что бросок не, как бы, тебя из этого броска не выдернут, в общем, дело. Да, призрак, что ты делаешь? Соберись. Продолжаем. Да, хороший опять интер этой штукой. Подножечкой. Да, забейтил прыжочек и сразу дал по морде. Что называется, в полете. Оп. А вот здесь. Ну, сетапчик. Бросочки, это не очень круто, на самом деле. Хорошо, призрак блочит оба удара в воздухе. Ох, ДП разменивается. Предпочитает быстро не вставать после этого призрак. Но это, возможно, так сказать, set point. Второй не set, а game point. Это... Возможно, последний матч для хорошего камбулечка. Почему-то не отменяет. Ой! И не наказывает, между прочим, Петрен. А вот Свота ультой можно же наказать.
Ой-ой-ой-ой-ой, а выиграет тут, между прочим, Ген. А, вот здесь-то Питрен показывает отличную игру. Опа! Схватил. Это Перри. И это пол ХП. И поехали. Кэмми может дальше не отпустить. А нет, нету сетапа, что ли, после этого? Нифига себе. Вот, бросочек есть, все, значит, сейчас будет. Поехали. Ох! Идеально пользуется случаем призрак и выигрывает матч 5-2. Это партия, ребята. Всем спасибо за просмотры. До встречи вечером. Сегодня ожидаемый Брэндон Хит против Гринго. Поэтому будет очень интересно. Присоединяйтесь вечерком. 8-9 часов по Москве.